В зале заседания администрации Амурского района состоялось очередное заседание собрания депутатов. О подтверждении правил землепользования и застройки сельских поселений село Ачан, село Джуен, село Оми, Вознесенского, Болонского, Подолинского, Литовского, Санбалинского сельских поселений и правил землепользования и застройки межселенной территории Амурского муниципального района. Предложение от Министерства строительства Хабаровского края привести в соответствие нормативно-правовые акты градостроительного замедления в соответствии с законом. Такое предложение поступило 30 августа, но мы и до этого вопроса уже знали, что требуется вносить изменения в правила землепользования. И начали с того, что по закону предложение о внесении в правила рассматривает комиссия Амурского муниципального района. О внесении изменений в положение муниципальном дорожном фонде Амурского муниципального района, утвержденное решением собрания депутатов от 20.11.2013 года. Внесенные дополнения позволят проводить финансирование дорожного фонда, исходя из бюджетных возможностей, и вносить коррективы по мере необходимости. То есть есть сумма, объем денег, который выделяется на поселения, в том числе и сельские. Те, которые там у нас улицы уже оформлены, есть паспорта, на это выделяются средства. Когда определяется объем, есть финансовые средства, они могут в первом полугодии растрачиваться, то бишь на работу. Если такой возможности нет, переносится, маневр делается на вторую половину. Был затронут еще немаловажный вопрос о том, чтобы администрация передала Болонскому сельскому поселению полномочия по осуществлению электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения. Водоотведение Болонскому сельскому поселению Амурского муниципального района на ноябрь-декабрь 2016 года. Данное решение дает возможность администрации непосредственно участвовать и управлять имуществом ЖКХ и предоставлять населению жизненно важные услуги, а также позволит создать и укрепить кадровую структуру администрации, которую в настоящее время нет, и тем самым повысить на местах авторитет местного самоуправления. А также и такие вопросы. О муниципальных закупках, утвержденных решением собрания депутатов. Обсудили ход использования бюджета Амурского района Хабаровского края за 9 месяцев 2016 года. В честь 35-летия со дня основания Амурского района собрание депутатов решило провести смотр-конкурс на лучшую организацию и работу представительных органов муниципальных образований, а также о выдаче стипендий детям молодым лидерам общего движения 2016 года от собрания депутатов.